Так, уважаемые друзья, тут у нас туя забулькала. Я где-то повтыкал их давно, где-то год назад. О, длинный корень у нас. И оборвал все равно. Вот корневая. Туя, я не помню, это какая-то, по-моему, шаровидная глобоза. И еще я хочу забрать, пересадить в горшок. Так это черенкованная, да, туя? Да, это черенкованная получается. Просто веточки повтыканы были. И выживет, не выживет, как бы. И здесь у нас можжевельник. Можжевельник. Корневую даже не видно. Вот. Вот здесь корневая и здесь корневая. А сейчас будем это все определять в горшочек. Все, пойдемте в теплицу, сейчас там уже будет все видно. Так, туя и можжевельник, который мы взяли из грядок. Они там довольно-таки мешались, поэтому мы их забрали оттуда. Сейчас мы их быстренько, вот это вот лишнее, конечно, в таком состоянии не очень. Теперь берем тут у можжевельника корневая. Вот это вот. Раз. Обрезали. Так, вот у нас корень и вот корень. Так, для этого здесь все убираем. Практически это все не нужно. В принципе, можно убрать и вот это вот. Можжевельник более-менее. Теперь какой горшок? Горшок хотелось круглый. А это можно зачеренковать, кстати. Да. Два готовых черенка. Два готовых черенка, пожалуйста. Сейчас попробуем. Так, это убираем. Это все мусор. Так, дальше мы берем что? Так, у нас горшок для можжевельника и контейнер для туи. Тык, сюда. И потом мы, для можжевельника, я думаю, довольно-таки хорошо будет. Да. Надеюсь, вы со мной согласны. Так. Находим наш дренаж. Можно такой дренаж, можно шишка, как у нас идет. Затем насыпаем грунта. Сюда насыпаем также дренаж. Пойдет. Так, теперь берем подставочку. Ну, сейчас все разберемся. Сюда насыпаем тоже грунта. Так, ставим тую. Подсыпаем ее землей. Ну, здесь можно утрамбовать. Утрамбовываем так, чтобы она была более-менее посередине. Я не помню просто, откуда я взял эти веточки, которые посадил, просто в землю воткнул, и одна из них прижилась. Ну, как бы, да, просто жалко было выкидывать их. Я не помню, честно, с какой туи это
еще, или с Брабанта, или с чего-то. Это можжевельник, ветки срезанные. Нашел на улице и просто лежали на выброс. Забрал. И все. Сажать где-то так, да? Или вот так. Или вот так. Вот так, да. Вот так сажаем. Так видно. Сюда засыпали. Засыпали еще. Сюда подсыпали. Так, ну здесь можно попридавливать. Это не черенок. Земля, торф покупной с хвойным опадом и с песком и с вермикулитом. Все. Здесь придавлено, вся корневая там уложена. Теперь мы берем, еще маленько подсыпаем. Но это потом можно будет подсыпать. Сейчас главное берем. И что мы делаем? Сейчас мы набираем вот сюда вот. Или корневин, или радифарм. Хоп, хоп. Теперь набираем так, ставим горшок сюда, воды мало. Так, добавляем еще воды. Стоит полчаса. Итак, пересадили можжевельник из открытого грунта в ноябрь ту и тую. Два черенка, которые мешались, просто понимаете, там они стояли посередине грядки, и весной нужно будет туда рассаживать, и весной некогда будет с ней возиться, и пусть они стоят, лучше здесь подрастут чуть-чуть, а потом я их рассажу обратно. Хорошо проливаем. Подставочку. Сюда. Два таких заброшенных растения, которые нужно было пересадить. Так, все на паузу. Ну, теперь мы берем жидкость радифармом и проливаем ее. Вот этот горшочек у нас не постоял, но сюда можно, туда. Пусть все уйдет, но это надо все вылить. Ну, так, у нас тут еще появились два товарища. Ну, это черенки от можжевельника этого. Я
быстро зачинковал их, не знаю, посмотрим, как она будет приживаться. Ну, а туя с корнями, она уже, в принципе, можно чуть-чуть подсыпать земли. И можно опять сполоснуть ее будет. Так, сполоснули. В принципе, это у нас будет сюда. Достаем. Ради фарма уже достаточно. Вот такое вот. И здесь забираем тую. И можжевельник у нас пойдут пока что эти можно пролить. Радифарм поможет укоренению. Ставим, пусть стекает. И здесь ставим, пусть стекает. Сейчас стекем. Радифарм можно пока слить. Слили сюда, отставили в сторону. Так, эта ванночка тоже нам не нужно пока. Итак, постояли в радифарме. Сейчас мы поставим пока что поставим тую сюда. Она даже позеленела, по-моему. Какая была коричневая она. Ну ничего страшного нету. Наоборот, даже хорошо. И можжевельник берем и ставим вот сюда тоже. Вот такой. Ну, вы помните, что по всей длине контейнера идет у нас корень. Корень еще, может быть, даже и нарастет. Ну, то я думаю, сейчас очень хорошо. Ну, потом я им место найду, это для начала просто. Вот они постоят, сейчас отекут, все. Ну, а эти череночки, вот так сильно повел. А эти череночки мы сейчас возьмем и перенесем к другим череночкам. Сюда поставим. И второй мы сейчас тоже поставим вот сюда. Так, что мы имеем? Мы имеем один можжевельник пересаженный и одну тую. Подписывайтесь на канал. Всего доброго. С вами был Евгений Филимонов и питомник «Хвойный дворик».